Всем привет, с вами ЖК Плей, и мы продолжаем играть в Sims 4 дополнение на работу. И это уже 52-я серия, если я не ошибаюсь. И да, посмотрите, какой красивый пейзаж у нас за окном. Просто вообще... Красивые деревья. И у нас сейчас ночь. И мы сейчас находимся в комнате Кейтлин и Майка. Посмотрите, у него при кристалле красного цвета. А кристалле красного цвета что у нас означает? То, что у него какие-то проблемы. Да, у него проблемы, он хочет туалет, он хочет кушать, и он еще страдает от увеличения веса. Потому что у нас, как вы знаете, похитили инопланетяне, у нас будет ребенок, бла-бла-бла. В комментариях мне писали по поводу того, чтобы я оставил этого ребенка. Я его оставлять сразу говорю, не буду. Хоть даже это и интересно. Я не люблю такие вот сверхъестественные существ, сверхъестественных. Я не люблю это всяких инопланетян. Я люблю реальную жизнь. То есть я за реальную жизнь в Sims. Так что, кому это интересно, то играйте и там заводите себе инопланетянин, да, по-моему, как-то так. Инопланетян, во. Так что... Я никого не осуждаю. Это, конечно, прикольно, даже если дополнение какое-нибудь, как в Sims 3 выйдет, сверхъестественное, мы, конечно же, сыграем в него обязательно. Но пока я этого не хочу. Так давайте сразу выполним ему несколько действий. Это он сходит в туалет обязательно. И потом что-нибудь приготовит. Кстати, нет, печь мы ничего не будем. Овсянку пусть покушает. Мы, кстати, улучшили... Ну, я один день проиграл, он не ходил на работу, по-моему. Я улучшил телевизор, но, как оказалось, новых телеканалов не появилось. Как-то странно, если честно. Я не знаю, с чем это связано. Но потом, может быть, в скором времени они появятся. Кстати, со следующей недели начнется новое расписание. Пока будет выходить на этой неделе Sims 4, а со следующей недели будет Sims 2. 2, так сказал еще. Sims 2, Sims 3, Sims 4... И будет The Forest. Да, наконец-таки мы с Элей дошли до Фореста, и мы уже записали одну серию, так что она уже в четверг в этот выйдет. Да, да, на этой неделе она уже появится, а новое расписание начнет действовать со следующей недели. Постараюсь, чтобы там... Просто, как вы знаете, Sims 2 глючит с текстурами на новых компьютерах. Я все это улажу, все сделаю офигенно, разрешение в настройках. И мы потом начнем играть в Sims 2, и будет все офигенно. Но пока у нас его не будет. Только в следующей неделе. О боже, какой у него живот, вы посмотрите. Блин, не хочу на это смотреть, ужасно просто, если честно. Мужчина забеременел, что за бред. Этим меня Sims 3, ой, Sims 4, Sims 3 раздражает. Я не знаю, Sims 2 такое было. Вот этого я не припоминаю. Потому что меня никогда не похищали инопланетяне в Sims 2. Я играла всю свою жизнь в Sims 2, и никогда такого не было. Так, давай покушай. Кстати, ты сегодня на работу идешь? Да, идешь. Кейтлин тоже идет, я так понимаю. Нет, не идет. Она идет, а он... А, он работает по выходным, я забыл. У него... Давайте, кстати, к нему сходим на работу, уже повысимся. Потому что, ну, серьезно, это уже это как-то не дела, то, что мы не повысились до сих пор. Нужно уже 7-й уровень. А у нас только 6-й. А, уже 52-я серия, вы представляете? У нас только... Ужас. Доктор 6-й. Да. Ну ничего, к выходу нового дополнения мы уже прокачаемся, надеюсь. Да. Так что ты покушал, давай, молодец. Давай теперь убирай за собой тарелку. Потом... Чем ты займешься? А, ну, ты, наверное, посмотришь телеканал. Наша уже... Лэнси проснулась тоже, она начинает готовить. Молодец, блин, посмотрите, как это ужасно, я просто не могу, ну серьезно, это не дело. О, и типа как вечерний Ургант, да, сделали шоу? Да. У каждого, кстати, у каждой страны, по-моему, ну не у каждой, но я знаю то, что у нас есть вечерний Ургант, и в Америке есть то же самое шоу, только с другим, конечно же, этим. Телеведущим. Актером, телеведущим, не знаю. Да, по-моему, во всех странах есть свое телешоу, типа, похожее. Потому что, блин, все проекты, они похожи. Голос, не голос, они все одинаковые. А, наша Кейтлин сейчас спит. О, Алекс встал. Так, что сейчас за потребности? А, ты хочешь туалет? Сходи в туалет. Потом питание. Ты давай, позавтракаешь. Яичница-болтунья.
Потом ты сделаешь уроки. Обязательно нужно сделать тебе уроки. Лэнси отправляется на работу. Отлично. Кстати, Лэнси не сделала уроки. Это что? Макароны с сыром. О, макароны с сыром есть. Тогда покушай их. Так, давай ты вздремешь немножко. Я хочу, чтобы ты вздремал, потому что тебе сегодня на работу надо. Так что вот так вот. У нас никаких новых этих образцов, я так понимаю, нет, да? Чтобы ставить сюда. Так вот, как они это сделаны. Я думал, это кубик цветной. Оказывается, в кубике там этот материал. Ну, прикольно. Мне нравится. Сюда, по-моему, можно вешать открытки, мне писали. Это круто, кстати. Вообще, как вам такая идея с этим, типа с офисом таким небольшим? Камера, она еще мигает, круто. Прикольно сделано. Ну вот, мне нравится такая, типа, маленький, ой, ну, типа, их место, где они могут работать. Так, давай, быстрее делай уроки и покушай. Так, ты встал, напряжение от любви. Так, давай ты примешь горячий душ с паром. Потом ты сходишь в туалет. И давай ты что-нибудь приготовишь, какое-нибудь изысканное блюдо, хочу, чтобы ты приготовила. Лосось с пряными травами, давай. 8 порций. 8 порций это стабильняк, потому что у нас еда никогда не остается, всегда съедается, потому что у нас большая семья. Опять же повторюсь, то, что наших симов, то есть Лэнси, Алекса, я пока трогать не буду, в том плане то, что не буду чтобы они, делать так, чтобы они повзрослели уже. Я дождусь уже дополнения, веселимся вместе, да, только повзрослею, и они уедут. У них будет какой-нибудь красивый домик, мы построим все дела. И они будут искать свою пару, чтобы провести всю жизнь именно с ней. А там уже можно будет его устроить на работу ученого. Так что вот так вот. Посмотрим, короче. Так, давай быстренько, по-быренькому приготовь покушать. Точнее, тем более не работаешь. Ты так приготовишь покушать, покушаешь. О, смотрите, отражение солнца. Блин, ну природа в Sims. Ой, что это? А, это школа. Кстати, мы в школе были? По-моему, в школе не были. Да, мы еще ни разу в школе не были. Надо будет в школу отправиться, в среднюю. Которую я сам сделал. О, блин, как же красивая. Природа в Sims 4 просто невероятно красивая. Это мне очень нравится. До сих пор уроки делаешь? Офигеть. Давай быстрее заканчивай их. И давай приступай к еде. Понятно. Она уже она свою тарелку сама же забрала. А теперь ты должна это делать домашнее задание. Так что давай быстро кушай. Ты типа, я так понимаю, доела. Ну ладно. Почему не берется тарелка? Ужас какой-то. Ладно, бери тарелку с шпинатом. Все, взяла с тарелком. Помыть. Отлично. Все. Кстати, красиво выглядит лосось прям так с шпинатом. Вообще, по идее, я тоже траву очень люблю. Не люблю готовить, как вы, наверное, знаете, то, что я учусь на повара. Ну вот, и я люблю там всякие травы употреблять там, ну, добавлять в салат или куда-нибудь еще. Так, нет, отправить самостоятельно. Сегодня мы отправимся к Майку на работу, а потом уже отправимся в новую школу. Я вам все покажу, наконец-таки. Блин, я вам обещаю ее показать уже ого-го сколько. Так, ты успеешь сделать уроки? Ладно, хрен с ним. Иди. Получи двойку. Так. Быстрее, пока она не ушла. Все. Какая же она полная стала. Как-то заниматься с ней. Так, давай подарить розу. Нет. Ну, подарить розу как-то странно. Ну ладно, пофиг. Заключить в объятиях. И, кстати, она с доктором, мы можем определить по ребенка. О, точно, давайте посмотрим, кто у него из инопланетян родится. Нет, кто?
Оу, Лена! Нипста! Ванти! Девочка, боже мой. Так, присоединиться, давайте присоединимся. И, наконец-таки, сегодня закончим этот рабочий день. Получим повышение, потому что, серьезно, мне нужно повышение. Ух, сколько раз сказал повышение, наверное, в этой серии. Это просто не вариант. Ой, то есть... Короче, я запутался. Ладно, давайте приступим к работе. Все, мы прибыли в полицейский участок. Так, теперь нам нужно выпустить ориентировку на сегодняшний день, заступить на дежурство, обсудить теорию раскрытия преступления с коллегами. Ну, давай. Так, коллега. Какие же вы все старые стали. Ладно, давайте обсудим теорию раскрытия преступления. Кстати, по-моему, у нас там уже много улик. Нет, немного. Взрослые, шорты и женщина, творческая личность. Кстати, можно легко даже по одежке вычислить подозреваемого, нежели там разговаривать с ним, спрашивать, какой он, творческая личность, где он работает. Зачем это, если можно по одежке, серьезно, и по возрасту? Фу, какая у него талия непонятная. Ладно. Так, давай, что там еще, поговорить с начальником. Теорию раскрытия преступления. Когда ты будешь сидеть на этом месте уже? Когда? Ну когда же ты будешь сидеть уже на этом месте и просто командовать всеми? Майк, серьезно. Ну, Ань, нам нужно именно поговорить, наверное, да? Вот, поговорить с начальником. Да. Ну, раньше, помните, начинали мы с женщины, теперь у нас мужчина. Мне нужны результаты. Угу. Я просто замолчал, я читал это. Так, получить заявление в полицию от персонажа. От обычного персонажа. От кого получать, пока неизвестно. Ну ладно. Так, давайте еще на каким-то нем улики. На всякие улики. Нет. У нас, кстати, улик нет вообще, да, никаких? Да, у нас улик вообще никаких нет. Давайте попробуем выпустить ориентировку. Выпустить ориентировку. Что, Лолка, ты печаталась? Сломала ты компьютер. Молодец. Теперь чини его, сиди. Господи, какой же у него пузо, смотрите. Посмотрите, где у него значок, офигеть. Ориентировка. На этом участке был обнаружен подозреваемый, подходящий под описание в ориентировке. Отлично. О, что-то знакомый до ужаса городок. Так это же этот, как его? Нью-Крест. Серьезно. Так. Все, понятно, кто это. Хотя она тоже в шортах. Это тренер. И куда ты пошел? А, в туалет. Кстати, красивый бар. Это, по-моему, для Нью-Креста сделан бар. Ой, бар. Спортзал, то есть, простите. Ну, прикольненький такой, мне нравится. Че, Лалка? Попалась ты, наверное? Давай так... жизнерадостно представиться. Так, давайте с ней поговорим. Если она творческая личность, то все тогда... Да, в принципе, логично. Она в шортах, взрослый персонаж. Женщина причем. Творческая личность. Ну, в принципе... И в шортах, ну да. Я тоже, наверное, говорил. Какая она жирная, ужас. Ну, мой персонаж тоже, Майк. Кадр. Так. Так, нам нужно спросить насчет творчества. Давайте так. Блин, мы не творческий персонаж, и теперь... Совершенно разговор, типа, нам надо вывести на чистую воду, поговорить. Спросить о карьере. Так, безработная. Ну, кто бы сомневался. Обсудить интересы. Листить. Так, давай, узнавай. Ну,
Ну. Steve Charso Denoy. Flazzle Pelka. Flagisi. А, Баюми. Че, он ничего так и не узнал о ней? Так. Спросите о подозреваемом. Сучин. Гарса. О, боже, душевный разговор. Кстати, тут должно быть узнать получше, но почему-то здесь сейчас этого нету. Флеза. А, узнать лучше. Своя доску. О, это хорошо, кстати, что своя доску. Творец. Все. Арестовываем, она по-любому тот, кто нам нужен. Да, она еще раньше была тот, кто нам нужен. Опять я не успел. Мне нужно картинку взять, как он арестовывает. Я всегда не успеваю. Что за хрень? Ладно, давайте отправимся в полицейский участок. Мы вернулись в полицейский участок с подозреваемым. Теперь нам нужно его допросить. Так, давайте идем в этот кабинетик. И будем допрашивать нашего подозреваемого. Кстати, раньше любил в Sims вот так вот двигать камерой. Но в последнее время проще вот так подвигать камерой, нежели вот так ждать. Ну, серьезно. Так, давай. Ты идешь? Можно по бырику? Отлично. Так, давайте. Вежливо попросить информации, давайте. Попробуем вежливо сначала с ней. О, работает. Предложить леденец? Давайте посмотрим. Я просто не все способы еще смотрел. А, видите, сразу. Просить о преступлении. Спросить, то есть. Я что-то, по-моему, неправильно сказал. Мне важно. Давай, спрашивай о преступлении. Помимо этого мы будем... Так, у Лилика показать визитную карточку. Показать фотографии с места преступления. Попросить взятку. О, боже. Групповая активность. Нет. Кстати, групповой активности раньше не было, по-моему. Пойдёте групповая активность. Вижу, я попросил информацию. Да. Да. Мы знаем то, что ты... Ещё та засранка. Так, давай быстро там... Спрашивай у неё информацию. Отпечатки пальцев. Улику там какую-нибудь еще. Посмотреть папку с делом. Давайте там скриншот какой-нибудь красивый, чтобы его пузо не было видно. Так, блин. Уже забыл, как опускать. Вот так вот. Отлично. А, кстати, для вас вот такая вот классная будет типа задача. Напишите мне в комментариях, под какой серией была похожая картинка. Или под какими сериями, может быть, их было две. Если вы активный пользователь, то вы, конечно же, это знаете. Мне будет очень приятно. Так, давай. Опять показываю фотографии, потом вижу вопросы информации, потом... Побежишь вкусную еду. Притвориться, что проверяешь телефон. Так, улика. Заявление свидетеля. Да ужас, её хрен допросишь, серьезно. Короче, просто делаем вот так вот. И все. И все. Так, закончили день наш? Короче, так вот делаем просто и все.
само собой поднимется, я думаю. Так, давай, отлично. О. Еще. Вообще ничего не боится. Посмотрите, какая засранка. Ужас вообще. Давай, 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 давай. Ой, допрос. Зачем я допрос отменил? Блин. Да, Женя просто вообще... И где наш персонаж? Господи, Эви сейчас ее посадит. Ну что за логика? Ну серьезно. Короче, мы не успеем, наверное. Ну ладно. Если б я не тупил, конечно же, все было бы немного иначе. Давай показывай материалы там быстро. Да ладно, мы не успеем. Хотя повысили продуктивность. Так они не разговаривали, это просто он спрашивал что-то у нее. Все, мы не успели, да? А, нет. Так, остаться допоздна. Блин, не успели мы опять, и опять не заработали ничего. Потому что Женя просто лалка, ну серьезно. Ну как можно быть такой лалкой, ну зачем отменять было действие? Да, вот такой вот я лалка, так что познакомьтесь, это Жека Плей. Ладно, давайте отправимся домой и там закончим нашу серию. Мы прибыли домой. Подождите, а почему они так стоят? Странно. Так, давайте домой сразу. Так, а почему? А, ну так, понятно. Иди сразу возьми порцию. Я уберу тарелку. Холодильник. Я не знаю, почему какой-то глюк, и у меня тут тарелки остаются вверху. Не знаю, почему. С чем это связано? Ну ладно. О, вся семья за одним диваном. Прикольно. У меня вечно проблемы какие-то. Майк, ну серьезно, какой-то ты стал с бабой. Серьезно, потому что вечно у тебя какие-то проблемы, вечно ты ничего... Даже повыситься и то не может, господи. Мы завалили, короче, я так понял, это дело, потому что уже мы не допросим эту девушку. Ну и да ладно. И не закрыли, получается, дело. Какая-то система странная в Sims 4, меня это раздражает. Так, давай, доедай быстро. Иди в туалет, и потом ляжешь спать. Раз ты уже спать хочешь. Получи новый навык комедианта. Так что вот так вот, да. Скорее бы вышло уже дополнение, потому что уже как-то скучновато играть в это дополнение. Первое время было интересно, а сейчас уже не очень. Взрослый персонаж. Когда они, кстати, уже вырастут? Через 67 дней, вау. А эти? Через 46 дней. Понятно. Вот видите, он опять поставил тарелку. Я не знаю, как они это ставят их сюда. Какой-то клюк, короче. Да нет, тут перегородок никаких нет. Понимаете, были перегородки какие-то. Перегородок нет. Странно. Ну ладненько, я думаю, вам понравилась эта серия. Да, немного странная. Если так, то не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал. Также напишите внизу в комментариях, на какой серии была картинка, которую я уже сделал. Да. И да, с вами был, как всегда, Джека Плей. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Всем пока. А, кстати, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Не забывайте. Все. Всем пока.